В школьную программу Чебоксары вернут предмет, который изучали в начале 2000-х. Со следующего учебного года в расписании появится урок под названием «Мой город». С 99 года историю Чебоксар преподавали в обязательном порядке во всех школах города. Предмет «Мой город. Путешествие по Чебоксарам» изучали с 5 по 9 классы. Спустя почти 20 лет содержание учебников по краеведению решили обновить. Прошло практически уже 20 лет, когда произошли изменения в социально-экономическом развитии нашего города, в культурном развитии, спорте, в ЖКХ, в других сферах. Безусловно, все это должно быть отражено. В Чебоксарской администрации директора и учителя, которым предстоит вести этот предмет, рассмотрели макет учебника для 5 классов. Перед теоретическим курсом авторы учебника отправляют школьников в путешествие по Чебоксарам. Он позволяет повысить заинтересованность школьников, и он помогает привлечь их, вот особенно в 5 классе, к тому, чтобы у них возник интерес. А что было дальше? Эксперты обсудили пробопечатную версию книги. До конца мая им предстоит определить форму преподавания обновленного курса.